Республика Вануату. Одно из райских мест на Земле. Небольшое тихоокеанское государство, расположенное в Меланезии на 83 островах. Но признаемся, мы в России практически ничего не знаем о Вануату. И тем интереснее, я в этом уверен, вам будет узнать о том, что в истории Вануату есть несколько ярких страниц, которые вписаны нашими соотечественниками. Один из них – великий русский мореплаватель, вице-адмирал Василий Михайлович Головнин. Считается, что основные острова, входящие в Вануату, были заселены примерно 2000 лет назад в ходе миграции населения через Соломоновы острова. Но для так называемого цивилизованного мира открытие Вануату, тогда острова назывались новыми гибридами, связано с именами двух великих мореплавателей – француза Бугенвилля и британца Джеймса Кука. Корабли обоих путешественников появились в этих краях в конце 19 века. 35 лет спустя в этих же водах бросил якорь русский корабль – трехпарусный шлюп «Диана» под командованием в то время молодого лейтенанта, уроженца села Старожилово Рязанской губернии Василия Головнина. Это была первая из двух кругосветок флотоводца, ставшего затем знаменитым исследователем Курильских островов и Тихого океана, писателем и вице-адмиралом. До нас дошли заметки и рисунки Головнина, посвященные этому походу, которые прекрасно передают специфику этих мест и облик их обитателей. Перед вами остров Танна и бухта Резолюшн, где остановились на несколько дней Головнин и его моряки, чтобы пополнить запасы продовольствия и питьевой воды. Это памятное событие произошло в июле 1809 года. А два столетия спустя, в честь первых контактов между Россией и Вануату, наши соотечественники при поддержке местных властей установили бюст Василия Михайловича Головнина в столице республики Вануату, Порт-Вилла. Этому же событию посвящены и марки, выпущенные в Вануату. Жизнь на островах, образующих Вануату, во многом зависит не только от благосклонности Тихого океана, но и связана с произошедшими здесь историческими событиями. Это проявляется даже в некоторых обрядах, коих здесь великое множество. Примером тому удивительный культ Джона Фрума, который исповедуют жители только одной общины на острове Танна. Этот культ вобрал в себя верность островитян их вековым традициям, влияние христианского учения, насаждавшегося миссионерами, и напрямую связан с баталиями Второй мировой войны, а точнее, с присутствием на острове американских морпехов и летчиков. Обо всем этом нам поведал адмирал, он же вождь общины и главный жрец культа, 73-летний Айсак Оле. Он унаследовал свою миссию от отца и деда, первых жрецов культа, который зародился накануне Второй мировой войны. А роскошную по здешним понятиям военно-морскую форму Айсак получил в подарок от американских моряков за своеобразную верность американскому флагу и флоту. Впрочем, послушаем самого адмирала. Когда Джон Фрум пришел, он сказал, что предскажет второе пришествие Христа и избавит землю от грязи, войн и проблем. Затем только явится Христос. Бог один, но вокруг слишком много религий, правительств, люди разобщены, слишком много войн. Никто не может объединить мир и человечество, кроме него. Он сказал, что покажет путь истинный. Он пророк. Когда в 40-м году он пришел в деревню Клинпоинт, собралась большая толпа. Миссионеры и руководство были там. Он произнес речь, сказав, что традиция уже существовала до того, как появился Господь, до христианства. И поэтому надо возвращаться к корням. В этом смысл жизни, и это нужно хранить. Миссионеры тут же на это отреагировали. Они решили посадить в тюрьму всех старейшин и глав деревень. Мой дед
с остальными старейшинами был сослан на 17 лет на остров Маликула. Тогда Джон Фрум предсказал, что их отправят в тюрьму, но есть большая сильная страна, которая их спасет. После Второй мировой войны американцы пришли и, увидев в заключении моего деда и его соратников, освободили их. Они также привезли с собой два красных флага. У нас есть четыре флага. Американский, потому что американцы освободили нас и помогли сохранить традиции народа. Французский – местный. Австралия – большая страна. Это наши друзья. А четвертый флаг – в честь американского военного флота. Каждое утро в 6:30 почетный караул поднимает четыре флага. Но есть особенный день – 17 февраля, когда в деревне собираются все сторонники культа. Почему 17 февраля – главный день почитания? 17 февраля 1957 года – это день, когда мы подняли первый флаг, чтобы показать, что наша традиция жива. Несмотря на верность пророку Джону Фруму, жители не забывают и о местных духах, что, впрочем, и не мудрено, так как деревня расположена прямо под вулканом Ясур, чье ворчание ощущается постоянно. Это самый активный из действующих на Земле вулканов, который извергается непрерывно уже на протяжении 200 лет. За связь с духом вулкана отвечает местный шаман Каолака. Дух вулкана стоит над всеми нами. Он дает и огонь, и ветер, и солнце, и все, что мы просим. Не все могут общаться с ним, но я могу. Эта способность пришла мне от прапрадеда. Он научил меня священному языку медитации после употребления кавы. На мой каверзный вопрос, кто же все же важнее, дух вулкана или Джон Фрум, шаман ответил безукоризненно. Они оба одинаково важны. Вернемся, однако, к русскому следу на Вануату. После Головнина прошло 150 лет, прежде чем на островах появился еще один наш соотечественник, который оказал заметное влияние на историю страны. Я говорю о Николае Мишутушкине. Бесспорно, Николай был фигурой очень значимой в период становления нашей страны. Он входил в состав комитета, состоявшего из людей разного происхождения и вероисповедания. Конечно, в какой-то момент люди стали более враждебными по отношению к христианству, которое им насаждали. В этот момент Николай сыграл важную роль, сказав, что эта страна получит независимость. В ней живут христиане, аборигены, индусы, мусульмане, люди всех религий, но и коренные жители, которые не согласны с тем, чтобы символом на флаге их страны был крест. Присутствие креста на национальном флаге, доказывал Николай, вызовет особенное отторжение у коренного населения, и этого надо избежать. А в создании герба Николай участвовал как художник или давал рекомендации? Он давал рекомендации. Он сам не рисовал герб, но он высказал свое мнение, так как состоял в комитете, где каждому давали высказать свое мнение. Был объявлен конкурс на создание флага и всего того, что необходимо при создании нового государства. Ça a été une compétition, exactement pour la même chose pour toutes les armes et tout ce qui a été fait concernant ce qu'une nation a besoin pour pouvoir s'ouvrir au monde. Так кто же такой Николай Мишутушкин? Он родился во Франции в семье потомственного терского казака, офицера царской армии, осевшего в Европе после захвата власти в России большевиками. Военную службу проходил на островах Меланезии, где и остался на всю жизнь. Стал известным коллекционером, художником и модельером. Здесь познакомился с талантливым живописцем Алуи Пилиока, с которым они вместе создали одну из самых больших коллекций искусства народов Тихого океана,
собрав около 4000 артефактов. За 40 лет своего существования фонд провел более 100 выставок. 3 года назад Николая, увы, не стало. Мы находимся в живописной усадьбе Мишуточкина и Пелиока, где беседуем с Алаи, самым известным художником Океании. Я встретил Николая в Нумаа в 1957 году. Я начал рисовать. Потом его позвали в Футуну на пост директора магазина. Сначала я приехал погостить на 3 месяца, а вместо 3 месяцев пробыл здесь год. Начал заниматься живописью. Как вы считаете, кем был Николай в первую очередь? Живописцем, стилистом или коллекционером? Художником и коллекционером. Когда он приехал из Франции, он участвовал во многих выставках. В Индии, например, встречался с премьер-министром. А в 1957 году прибыл в Нумаа для исполнения военной службы. Как коллекционер, он хотел собрать коллекцию всех произведений искусства со всей Океании? Малинезии и Полинезии. Он должен был объездить все острова. Весь Тихий океан избороздили в поисках коллекционных предметов. Соломоновы острова, Новая Гвинея, Самоа, Фиджи, Футуна, Таити – все острова. Безусловно, коллекция Николая и Алуи, а точнее коллекция фонда Николая Мишуточкина Алуи Пелиоко, объездила много стран. Она была в Советском Союзе, была во многих советских республиках, что было непросто в то время. Было необходимо получить все разрешения. И эти разрешения на ввоз предметов искусства из Океании были получены. Поверьте, тогда это было нелегко. Этой выставкой, проведенной фондом Мишуточкина-Пелиока в СССР, здесь по-настоящему гордятся. Повсюду развешаны фотографии, плакаты и афиши тех лет. Лежат советские газеты и программки, анонсирующие или рассказывающие о выставке. Вообще, в этом диковинном доме, наполненном неисчерпаемой авторской фантазией двух художников, российский след встречаешь буквально на каждом шагу. Иконы, матрешки, самовары, кахлама, фотографии российского президента, майки на Алаи с портретами Горбачева и Путина. Все это свидетельствует об искренних чувствах, питаемых к нашей стране. Думаю, излишне говорить о том, что бюст Василия Головнина в столице Вануату тоже был установлен по инициативе Николая Мишуточкина. Зато заслуживает упоминания тот факт, что оба художника внесли заметный вклад в историю филателии Океании. Многие марки французской Полинезии, Новой Каледонии, Уоллиса и Футуна, разумеется, Вануату, были выпущены по эскизам Николая и Алаи. Вануату, кстати, известно в мире 2 самыми экзотическими почтовыми отделениями, которые существуют для привлечения туристов. Одно из них покоится на океаническом дне рядом с побережьем острова Санта, а второе – расположилась у подножья огнедышащего вулкана Ясур на острове Танна. Но как мы ни старались, ни одного желающего воспользоваться этими почтовыми услугами так и не увидели. Наверное, нам просто не повезло. Зато повезло в другом. Мы познакомились с удивительной культурой ритуальных рисунков на песке, которые можно назвать островным татуажем, присущим, насколько я знаю, только Вануату. Согласно канонам, художник должен сделать весь рисунок одним пальцем, ни разу не оторвав его от песка
процессе рисования. До прихода европейцев островитяне не знали письменности. И считается, что рисунки на песке, на вулканическом пепле или глине служили им для передачи информации и коммуникации между членами разных языковых групп, а также как сигнальная система во время межплеменных войн. Всего на островах эксперты насчитали до 500 мотивов, которые используют в своем творчестве художники. То, что на Вануату живут исключительно талантливые художники, скульпторы и резчики по дереву, мы убедились еще в фонде Мишуточкина Пелиока, где собрана богатейшая коллекция артефактов со всех островов Вануату. При этом каждый остров отличается собственным оригинальным культурным наследием. Об этом мы говорили с большим знатоком островного искусства Полем Гордиса. Какова ваша цель? Зачем вы коллекционируете скульптуры? Я увлекся коллекционированием в юности. Теперь с годами мне приходится с ними расставаться, продавать их. Недавно я продал неплохую коллекцию в Национальный музей Кранберры и в музей в Лос-Анджелесе. А власти Вануату не заинтересованы в этом богатстве? Я довольно много предметов уже отдал, но они не могут все забрать и сохранить. Артефакты, собранные в фонде Мишуточкина Пелиока, служат великолепным пособием для погружения в культурное наследие Вануату. Нам довелось увидеть их и получить комментарии Пола до поездки по островам и до того, как мы встретили те же маски в церемониях и обрядах. Сейчас вы наблюдаете за церемонией Рамбарам на острове Маликула. Последний раз этот обряд состоялся больше 30 лет назад. И нам несказанно повезло, что островитяне столько лет спустя провели его вновь. Дело в том, что обряд может состояться только после смерти очень высокопоставленного по здешним понятиям вождя, чей череп население решает сохранить для почитания. Вся церемония, для которой изготавливается большое количество масок, связана именно с черепом. Он используется для изготовления своего рода мумии умершего, а затем, после обряда, череп либо закапывают, либо оставляют в мужском доме, где его коптят для сохранности. Важнейшая часть островной культуры – огромные щелевые барабаны или там-тамы, без которых не обходится ни одна церемония. Я вам покажу еще некоторые предметы. Посмотрим здесь. Это барабан с острова Амбрим. Видите, он работает. По словам Поля, на обрядах там-тамов должно быть много, и звучат они по-разному. Все вместе образуют своего рода оркестр. Чем больше барабанов, тем выше значимость церемонии. Ну а это уже церемония инициации на острове Амбрим. И там-тамы звучат здесь по-другому. Но о самом обряде мы расскажем в следующем фильме. Мне эти скульптуры напоминают подобные с острова Пасхи. Да, здесь вы видите очень плотный материал, которому не страшны ни солнце, ни дождь. Мишуточкин отправлял такую в Россию. Он отправлял и там-там. Я занимался как раз отправкой. Вы увидите такие статуи на острове Амбрим во время обряда Ром. Это танцы в масках Ром. Вот они, застенчивые гигантские статуи с острова Амбрим, так напоминающие мне истуканов с острова Пасхи. Лежат себе спокойно на пляже и дожидаются отправки в столицу. Еще хочу добавить, что это сделано из огромного папоротника, корнями кверху. Фужер,
А это знаменитая ящерица, которая встречается очень часто. Добавим от себя, что международная система CITES, регулирующая торговлю материалами растительного и животного происхождения, запрещает вывозить из Вануату статуи, сделанные из древовидного папоротника. Но местные скульпторы, похоже, об этом даже не догадываются и предлагают приобрести вам статую любого размера. Продолжая захватывающую прогулку по коллекции фонда, Поль показал нам и статуи, сделанные на острове Бэнкс. Эти скульптуры изображают предков. Как мы видим, это мужчина и женщина. Это древние статуи, и таких больше не делают. Связь утеряна? Да, вожди ушли, а тихоокеанская молодежь потеряла к этому интерес. Им нужны теперь ночные клубы и все в этом духе. Несколько дней спустя, во время съемок на острове Амбрим, нам довелось встретить местного скульптора Вилли, который поделился некоторыми секретами своего ремесла. Он же показал нам маску, которую начал резать 10 лет назад, но так еще и не закончил. Скажи, сколько скульптур и масок ты делаешь за год? Много. А где продаешь? Where your statues? Under here, from here and pillar. Pillar. What does it mean, pillar? What pillar? Здесь и в Порт Вилла. А кто твои покупатели? Clients. Туристы. Tourist, not collectioner. What's the price? И почем ты их продаешь? 50-40 тысяч. Самая большая цена была 60 тысяч. 50,000. Нам приходится платить, чтобы получить разрешение заниматься резьбой по дереву. Наш новый знакомый скульптор Вилли и его собратья по цеху ваяют этих пучеглазых красавцев, как говорится, на экспорт, на продажу. Ну и в знаменитой коллекции Николая Мишуточкина, с которой вы теперь знакомы, эти статуи с острова Амбрим также занимают весьма почетное место. Мне кажется, тому есть основания. Эти фигуры напоминают очень сильно исполинов с острова Пасхи. И так же, как их дальние родственники, несут в себе некую спокойную силу и таинственность. Впрочем, у каждого из вас есть возможность попробовать разгадать, в чем причины этой таинственности. Дело, как говорится, за малым. Купить билеты, сменить 4 самолета и прибыть сюда, в Вануату, на остров Амбрим. И поверьте мне на слово, магия этого приключения останется с вами навсегда. Продолжаем наше путешествие
и рассказ о республике Вануату, который начали в предыдущем фильме. После столицы страны, порт Вила, съемочная группа отправилась на один из самых больших островов архипелага – Танна. Перед нами остров Танна, бухта Резолюшн, знаменитая тем, что здесь бросали якорь корабли британца Джеймса Кука и русского мореплавателя Василия Головнина. Остров известен также вулканом Ясур, который извергается непрерывно на протяжении уже 200 лет. Вулкан окружают мрачноватые лавовые поля, красивые каньоны. Сюда нас привело желание познакомиться с небольшой общиной, которая, вопреки всем вызовам времени, старается жить по традициям предков. Робер, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Мне 40 лет. С какой ты части острова? С юга. Зачем ты приехал сюда? Здесь лучше сохранились традиции. Это то, чем живет Танна. Культура – это жизнь. В той деревне, откуда я родом, все христиане. По всему острову дают религиозное образование. И только в этой части острова пытаются жить как прежде. Миссионеры по-прежнему приходят и стараются надавить на вас? Да, они приезжают. Но мы настаиваем на том, что традиция важнее, чем суровая жизнь в монастыре. Деревня, которая пришлась так по душе Роберу, называется Якель. И проживает здесь порядка 200 человек из племени Нахваль. Все они анимисты, то есть поклоняются духам природы и душам предков. Мужчины ходят в намбасе, так здесь называют фалокрипты, а женщины в юбках из сухих листьев и травы. Нас приветствовали танцем, который можно назвать танцем протеста, так как он был придуман в пику миссионерам из Англии, которые пытались запретить аборигенам исполнять их традиционные обряды. Дело дошло до того, что по наводке миссионеров поселения острова обстреливались из пушек военных кораблей. Настолько неуступчивы были островитяне. Впрочем, здесь танцуют и по другим поводам. Например, в честь будущего урожая ямса или на свадьбе. Послушаем, что говорит об этом Робер. Для хорошего урожая мы просто проходим в Акмаль, пьем каву. Это все. Мы танцуем, чтобы был хороший урожай. Но наш новый друг немного схитрил, не сказав еще об одной причине, по которой община часто пускается в пляс. Это случается каждый раз, когда в деревню заглядывают туристы. Заработанные таким образом деньги идут в общий котел. В Якель, как и в других деревнях острова, бросаются в глаза домики, построенные в кронах высоченных деревьев. Мы обратили внимание на то, что вокруг них всегда играли дети. Оказалось, не случайно. Эти огромные скворечники, как нам рассказали, возводятся мальчишками для развлечений и забав. Но не только. Таким образом, дети приобщаются к труду, приобретают навыки, полезные для взрослой жизни. Повседневная жизнь общины протекает под неусыпным взором ритуальных статуй, сделанных из корней древовидного папоротника. Эти полутораметровые фигуры были вырезаны местными умельцами для различных обрядов инициации и почитания усопших предков. Их присутствие укрепляет решимость аборигенов соблюдать, как они говорят, традицию и противостоять влиянию миссионеров. Услышав нашу похвалу в адрес местных скульпторов, аборигены тут же стали выкладывать различные поделки и нехитрые сувениры. Среди них оказались деревянные фигурки, вырезанные по сюжетам местных сказаний, каменные топоры, ожерелья из ракушек и кабаньих клыков. Мы нисколько не сомневались, что этот же набор местных даров видели 200 лет назад и моряки Василия Головнина, бросившие якорь у берегов Танна, чтобы пополнить запасы продовольствия и пресной воды. К нам быстро привыкли, и аборигены вернулись к своим обычным занятиям.
Одни женщины занялись плетением сумок и циновок из пальмового волокна. Другие в хижине разжигали костер и готовили еду. А когда подустали, тут же легли спать в повалку вместе с детьми, ничуть не смущаясь присутствия съемочной группы. За Робером, опекавшим нашу группу, мы последовали по направлению к мужскому дому, который находится вне деревни. Здесь нас представили вождю Маньяу, который унаследовал эту позицию от своего отца, умершего в возрасте 109 лет. На вопрос о современной роли вождя мы получили довольно пространный ответ. Оказалось, что именно вождь играет центральную роль в жизни общины. Он обеспечивает мир в деревне, делает обрезание мальчикам, главенствует на всех церемониях, вершит правосудие, наказывает провинившихся. Система штрафов вызвала у нас улыбку, но для аборигенов она выглядит устрашающе. Провинившийся впервые приносит вождю курицу, вторично – курицу и корни растения кава. Ну а если, не дай бог, нарушить правила общежития вновь, тогда придется отдать свинью, а это уже по местным меркам целое состояние. Сразу несколько мужчин что-то мастерили. Одни резали деревянные фигурки на продажу туристам и для домашних потребностей. Например, фигурку голубя, которую мы видели на многих хижинах в деревне. Оказывается, она символизирует мир и благополучие. Другие же делали луки и стрелы. Вечером предстояла охота на летучих лисиц. Эти большие родственницы летучих мышей водятся на Танна в изобилии, играют важную роль в экосистеме острова. Перемещаясь с дерева на дерево, от цветка к цветку, они обеспечивают опыление и размножение многих растений. Доказано, что за ночь одна лисица переносит до 60 тысяч пыльцевых зерен. Один из мастеров с удовольствием поделился своими секретами изготовления оружия, сказав, что лук должен быть продолжением охотника. Тогда, дескать, можно рассчитывать на успех. Стрелы с тупым наконечником предназначены только для тренировок, что нам тут же и продемонстрировали, совершив точный выстрел в зазевавшуюся курицу. Но, как мы убедились в дальнейшем, на этой охоте островитяне полагаются не столько на лук и стрелы, сколько на короткие палки-дротики. Вообще, аналог этой охоты найти трудно. Чтобы подобраться к высоко летающей дичи, в кронах деревьев строят весьма шаткие платформы. На них забирается охотник, который старается поразить пролетающую мимо лисицу палкой. Иногда удается за вечер, в период активности зверят, сбить несколько десятков лисиц, иногда всего несколько штук. Мясо лисицы считается здесь лакомством. И не случайно, ведь основной пищей зверьков являются дикие и садовые фрукты. Бананы, манго, папайя. Отсюда их другое название – фруктовые лисицы. Мясо дичи, как правило, запекают на шампурах или в золе вместе со сладким картофелем и бананами. Мясо действительно вкусное и входит в меню модных ресторанов Порт-Вилла, столицы Вануату. Немаловажен еще один факт. Островитяне сами регулируют сезон охоты, полностью прекращая ее в ноябре-декабре, когда у лисиц появляется потомство. Заканчиваются же подобные застолья, как правило, одинаково, исполнением танца хорошего настроения.
Познакомили нас аборигены с отловом одичавших, как они утверждают, свиней. Вообще на Вануату практически нет крупных диких животных или птиц, на которых можно было бы охотиться. Вот и приходится юношам и мужчинам демонстрировать свою удаль, отлавливая полудомашних кабанчиков, отбившихся от домашнего стада. Такие, условно их назовем охоты, происходят довольно часто. Практичные островитяне предпочитают отлавливать, так сказать, ничейных свиней, а не забивать своих животных. Традиция на всех островах Вануату, напомним, что их больше 80, требует умерщвления свиньи преимущественно с помощью дубинки или специальной палицы. Вообще, это домашнее животное играет исключительно важную роль в жизни практически всех народов Меланезии, больше того, Океании. Свиней разводят не только на питание, но и для престижа, для самоутверждения в общине. Тот, у кого много свиней, его здесь называют «большой человек», всегда пользуется особым уважением у соплеменников, часто занимает место вождя. Добавим, что на острове Танна, где мы снимали эти кадры, каждый год проходит так называемый «свиной фестиваль» с ритуальным умерщвлением более сотни свиней. Фестиваль длится несколько дней и является главным праздником на острове. Наконец, именно на Вануату всегда ценились челюсти и большие клыки домашних свиней, которые долгое время играли здесь роль денег. Они и сейчас используются для изготовления мужских украшений и ожерелья для вождей. Вечером мы стали свидетелями еще одной традиции, без которой невозможно представить себе повседневную жизнь не только аборигенов Вануату, но и многих народов южной части Тихого океана. Речь идет о корне растения кава и напитке под тем же названием. Растение, которое известно в научном мире как перец опьяняющий, широко используется в океане уже более 3000 лет. И аборигены не мыслят себе без него жизни, принимая напиток практически каждый вечер. Даже поход в лес за корнем растения обставлен как особая церемония. Достаточно посмотреть, с какой тщательностью выкапывается корень, как его очищают от земли под звуки песни или как закапывают обратно в землю поврежденные корешки. Чем старше корень, говорил нам вождь, тем больше в нем силы и аромата. В 6 лет корень весит 10 килограммов, а в 20 – целых 60. Корня, который выкопали на наших глазах, должно хватить на несколько дней для 50 человек. Местные знахари и колдуны принимают каву, чтобы увеличить свою магическую силу. Но этот напиток доступен каждому, и любой островитянин использует его, чтобы пообщаться с духами предков, попросить у них здоровья, хорошую погоду или богатый урожай. На Танне мы не смогли увидеть, как готовится сам напиток, но получили полное представление об этой технологии на другом острове – Маликула. Оказалось все очень просто. Мелко измельченный корень тщательно промывается холодной водой, затем укладывается в тряпицу, которую долго отжимают и промывают. Вода, перемешанная с соком кавы, и считается готовым к употреблению напитком. Замечено, что кава не оставляет похмельного синдрома, обладает успокаивающим и расслабляющим эффектом. Ну разве откажешь аборигенам, живущим весьма непросто, в праве на короткое и беззаботное счастье?
Над бортом вертолета Маликула, второй по величине остров, входящий в состав Вануату и считающийся самым диким из-за распространенных когда-то традиций каннибализма. Открытый в 1774 году капитаном Куком, этот остров не может похвастаться, как его соседи, действующими вулканами. Зато здесь очень красиво. Буйная тропическая зелень с невероятным количеством оттенков, бесконечные речушки, водопадики, бухты. Мы летим в южную часть острова, в гости к племени, которое называется Малый Намбас. Если верить нашим сопровождающим, здесь должна пройти редчайшая церемония, которая называется Рамбарам. Но обо всем по порядку. Полюбовавшись закатом, мы двинулись в горы. Там, в священном месте, уже звучали голоса ритуальных барабанов, возвещая приближение церемонии. Подумалось, что танцы на Большой Поляне были своего рода разогревом главной церемонии, которая была назначена только на утро. Однако мы ошиблись. Как нам объяснили, эта группа аборигенов выполняла важную задачу. Она как бы задавала тон завтрашней церемонии, очищала поляну от, возможно, заблудившихся здесь злых духов. Об этом красноречивее всего говорили луки и стрелы в руках у некоторых аборигенов. И еще, заметьте, все танцующие двигались против часовой стрелки, призывая тем самым дух предка, которому посвящена церемония, обрести окончательное упокоение. Но больше в этот вечер мы ничего не смогли узнать о таинственной церемонии Рамбарам. Пришлось разместиться на ночлег в ближайшей деревне и дождаться утра, чтобы расспросить обо всем нашего эксперта, Марселена Альбонга, известного ученого, директора культурного центра и музея Вануату. Слово «рамбарам» означает человеческую фигуру в натуральную величину, которая символизирует умершего. Как правило, речь идет о высокопоставленном человеке, чей череп решают сохранить соплеменники. Рамбарам создают по образу и подобию умершего, а из его черепа с помощью глины и природных материалов делают голову манекена. Последняя подобная церемония, которая прошла по всем правилам, состоялась почти 30 лет назад, в 1974 году. Главная цель этих обрядов — упрочить связь между соплеменниками, укрепить авторитет традиции, передать ее дух молодому поколению. Молодежь должна почувствовать связь с божественным, духами природы и предками. Вся церемония проходит на площади для ритуалов, на Зара, единственным украшением которой служит самый большой в деревне щелевой барабан. На краю площади обустраивают нечто вроде алтаря, где и находится Рамбарам, спрятанный до поры до времени за зеленым занавесом. Зрители, они пришли со всей округи, рассаживаются по периметру площади. В руках одного из танцующих видна большая морская раковина. Это очень важный атрибут в жизни многих народов Океании, который используется как сигнальный инструмент на войне, рыбной ловле или при проведении обрядов. В 2010 году мы попытались провести такой же обряд Рамбарам с черепом моего отца. Но его тело пролежало 4 дня, пока мы получали разрешение католической церкви. Нам пришлось похоронить отца, но мы все равно провели церемонию, заменив череп другим предметом. Это был манекен, но обряд проходил согласно всем традициям и обычаям. Марселен рассказал нам почти детективную историю черепа, в честь которого проводился нынешний Рамбарам. Оказывается, один старейшина умер более чем полвека назад, в годы Второй мировой войны. В 1945 году американские летчики забрали череп как сувенир в США. И лишь недавно,
Откликнувшись на призыв Марселена к музеям и частным коллекционерам вернуть артефакты, вывезенные из страны в колониальные годы, наследники военного летчика прислали череп на Вануату. С тех пор прошло пару лет. И вот теперь нам реально повезло оказаться на острове Маликула в нужное время. По мнению Марселена, есть высокая вероятность того, что обряд, за которым вы сейчас наблюдаете, больше не повторится никогда из-за позиции церкви. Сам обряд поразил нас обилием и многоцветием масок, сделанных специально к церемонии из глины, растительных материалов, дерева и высушенных плодов. Все они были украшены цветами, листьями и раскрашены самыми разнообразными натуральными красками. Танцующие прославляли череп умершего предка, изображали охоту, дефилировали с ямсом, корнеплодом, символизирующим плодородие и достаток, изгоняли злых духов. К глубокому сожалению, век всей этой красоты крайне недолог. Островитяне подходят к своим творениям очень утилитарно, используя их практически только однажды. Правда, после окончания обряда некоторые маски раскупаются зрителями, чтобы прожить вторую жизнь на какой-то другой церемонии. После нескольких часов танцев под палящим солнцем аборигены принялись разбирать зеленый занавес, за которым скрывался таинственный рамбарам. В алтаре мы увидели сразу три манекена в человеческий рост и несколько искусно сделанных голов, украшенных длинными клыками домашней свиньи. Как и полагалось, центральное место было отведено фигуре, которая символизировала старейшину, почившего полвека назад. Мы, естественно, поинтересовались у Марселена, как в прошлом происходило отделение головы от тела умершего. Ответ, признаться, произвел впечатление. Оказалось, что покойный помещался на специальный помост, под которым разводили огонь. Тело коптилось до отделения головы, после чего оно предавалось земле, а голову начинали готовить к обряду рамбарам. Сама церемония могла состояться через несколько месяцев, а иногда через несколько лет после смерти человека. Заключительная часть обряда проходила уже перед открытым алтарем и закончилась, как принято на Вануату, жертвоприношением свиньи и подношением духа предка ямса. Ну а что, можете спросить вы, происходит с черепом после обряда? Есть два варианта завершения этой истории. Череп могут предать земле или положить на почетное место в Накамале, мужском доме. Он будет находиться там долго, до 20 лет, пока магическая сила не покинет его окончательно.